Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча называется «Брось это». У одного крестьянина завелись белые лилии. Обычно в эти дни цветы еще не цвели. Крестьянин очень обрадовался такой диковине и решил выгодно продать их. Он знал, что утром мимо их деревни поедет к Будде очень богатый человек, и решил предложить ему прекрасные лилии. Утром, когда он предложил цветы богатому человеку, тот обрадовался, хотя и цена была достаточно высока. Мимо проезжал князь из соседней провинции, он тоже ехал к Будде. Увидев цветы, он воскликнул: «Подожди, не продавай их, я дам тебе в два раза больше». С цветами в руках счастливый князь предстал перед Буддой. Будда посмотрел на него, на цветы, и сказал: «Брось это». Князь подумал, что нехорошо подавать Будде цветы левой рукой, и переложил их правую, протянул Будде, чувствуя себя виноватым. Тот засмеялся и сказал: «Брось это». И князь должен был выбросить цветы. Но почему? Озадаченно подумал он. И когда обе руки были пусты, Будда засмеялся и вновь сказал: «Брось это». Теперь уже нечего было бросать, поэтому князь посмотрел по сторонам, что делать. Ананда сказал: «Будда вовсе не имел в виду, чтоб ты бросил цветы. Должен быть брошен тот, кто принес цветы. Ничего не произойдет от бросания цветов. Почему бы тебе не бросить того, кто принес цветы?» Князь понял и припал к ногам Будды. Он больше не вернулся в свой дворец. Его главный министр пришел и сказал ему: «Что ты делаешь? Даже если ты хочешь отречься, зачем так спешить? Подумай немного. Твоя жена, твои дети и все царство, и твои дела». А князь ответил: «Если человек понимает, то это происходит всегда сразу. Если человек хочет обманывать себя, он говорит: „Завтра я решу, я сделаю это, но не сейчас“». Вот такая буддийская притча, она называется «Брось это».